Город мастеров вырос перед входом во дворец культуры Подмосковья. Народные умельцы представили здесь свои работы. Уникальные изделия гончарного и кузнечного производства, мыло ручной работы, украшения для женщин и много чего еще. Авторы – мастера из Москвы, Барнаула и, конечно, из нашего Красногорского района. Член творческого объединения «ЛИК» Владимир Максимович Карин – постоянный участник подобных мероприятий. Его посуда из дуба, ясени и ольхи просто не может не привлечь внимание посетителей. Я раньше занимался долго чеканкой. Потом пришел к выводу, что все-таки дерево имеет больше возможности, так сказать, и красоты, и перешел вот на него. Я недавно занимаюсь деревом. Интересным хобби может похвастаться еще одна участница ярмарки – представительница Московской палаты ремесел Фаина Ивановна Василькова. Бывшая профессиональная стенографистка на заслуженном отдыхе сложа руки не сидит, рукодельничает. Связанные ею крючком игрушки особенно нравятся юным посетителям выставки. Ну а взрослым мастер предлагает уникальные амулеты. Подобные приносили счастье и нашим прапрабабушкам. Это кукла-колокольчик. Все это делается методом перевязи. Без нит, без иголки, без шива, без иголки. Просто берется несколько лоскутков ткани, перевязывается и получается вот такая куколка. Город мастеров полон настоящими хранителями наследия России. Изделиями всевозможных народных промыслов, представленных здесь, можно наслаждаться. Просто любуюсь. А можно и приобрести на память. Валентина Титова, Евгений Волков, Татьяна Полякова, КРТВ.